Последние несколько месяцев в социальных сетях часто появляются кадры, когда дикие хищники, например, волки или рысь, выходят прямо на автомобильную дорогу. Какие причины заставляют животных идти к людям или выходить на населенные пункты? Их две. Одна из них – это заболевание под названием бешенство, вызываемое вирусом бешенства, практически неизлечимое на поздних стадиях. Вторая – это, естественно, голод. Когда вы видите нехарактерное поведение, когда животные бросаются на автомобиль или там на человека, то всячески старайтесь избегать прямого контакта и сообщите в соответствующую ветеринарную службу или территориальную инспекцию по животному миру, потому что это может нести угрозу человеку и домашним животным. Мы сейчас солгались.